30 ноября на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска порывы ветра будут достигать до 25-28 метров в секунду. Высота волн от 1,5 до 2 метров. Второй уровень опасности – оранжевый. Мощные порывы ветра могут повалить деревья и столбы электропередач, повредить кровли домов и сорвать слабо закрепленные рекламные конструкции. По возможности ограничьте пребывание на улице. Не выходите на берег водоема. Старайтесь не находиться во время сильного ветра на мостах, путепроводах, эстакадах. Держитесь подальше от высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор и электропроводов.